Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Який характер у саксофона і як його доповнює рояль? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. На всіх концертах тільки Сергій Іванович в течение этих 15 лет исполняет мої произведения. Каждое произведение, оно имеет свой характер, свою душу, и мы подобрали под эти произведения инструменты. Мне, конечно, они все нравятся, но вот это у меня основной саксофон – это саксофон-тенор. Я почувствовала, что это именно тот исполнитель, который настолько чувственно, настолько эмоционально, вот он раскрывает душу моих произведений. Сьогодні, друзі, ми пропонуємо вам зустріч з композитором-музикознавцем Еліною Образцовою, яка представляє свої нові твори у супроводі викладача дитячої музичної школи номер 5 Олександра Пономарьова. Господа, ми хочемо пригласити вас окунутися в мир музики, в мир музикальних звуків, которые и лечат, которые и освежают, и которые дают радость жизни. В музее имени Василия Верещагина, в музыкальной гостиной, там за этой дверью звучит саксофон. Пойдемте послушаем. Да, господа, здесь светло, уютно, и вот там сейчас вы увидите саксофон и фортепиано. Ну что может быть прекраснее звуков саксофона в сопровождении фортепиано? Друзья мои, это удивительно. Вы слышите? Я предлагаю вам познакомиться с этими замечательными музыкантами. Господа, мы представляем вашему вниманию композитора и музыканта Сергей Иванович Пономарев и Элина Михайловна Образцова. Друзья мои, здравствуйте. Извините, что мы прервали ваш такой замечательный дуэт, но я думаю, что телезрители еще услышат сейчас наших героев. Элина Михайловна, Сергей Иванович, будьте добры. Сегодня мы собрались в такой немножечко неожиданной обстановке, но тем не менее, не менее уютной, правда, не менее красивой, потому что музыкальная гостиная нашего музея имени Василия Верещагина, она прекрасна. И она всегда полна сюрпризов. И сегодня сюрприз. Посмотрите, телезрители, перед вами три саксофона, которые именно сегодня специально для вас, телезрители, и будут звучать в исполнении Сергея Ивановича Пономарева. Сергей Иванович, итак, три саксофона. Будьте добры, это все ваши три больших друга? Да, очень большие. Значит, вот это саксофон сопрано, это саксофон альт, это саксофон тенор. И каждый из них звучит по-разному. Да, каждый из них имеет свой звук, свой тембр. Вот, поэтому мы сегодня будем исполнять произведения на трех саксофонах, потому что каждое произведение, оно имеет свой характер, свою душу, и мы подобрали под эти произведения инструменты. Сергей Иванович, вы знаете, несколько неожиданно, потому что даже неожиданно для меня. Я знаю, что есть разные саксофоны, но как-то сразу увидеть три разных саксофона. Но когда ребенок учится играть на саксофоне, на каком он начинает учиться играть? Ну, если маленький ребенок, то на таком только, это называется саксофон сопрано, только он изогнут так, как этот. Вот. А если постарше, играют на альте. А уже когда есть взрослые ребята, я им доверяю тенор. Вот. Вы сказали, что все три саксофона имеют три разные души, да. Три разные характера, три разных звучания. Да. А какой характер имеете вы, который играете на всех этих трех саксофонах, Сергей Иванович? Ну, я не знаю, мне, конечно, они все нравятся, но вот это у меня основной саксофон – это саксофон-тенор. Это ваш любимец? Да. Не так давно, я думаю, что телезрители помнят, когда Елена Михайловна Образцова исполняла свои произведения в эфире нашего канала. Мы с вами говорили о том, как не хватает саксофона. Вот просто душа, она возопила. Саксофон!
И вот телезрители, Элина Михайловна сегодня готова предоставить вам не только произведение на рояле, но еще и саксофон. Элина Михайловна, а как родился ваш дуэт? Вы знаете, мы дружим, у нас творческий такой тандем, скажем, ну, где-то, наверное, лет 15-16. Дело в том, что я некоторое время по совместительству работала в детской музыкальной школе номер 5, где работает Сергей Иванович и его супруга Пономарева Людмила Демьяновна. Вот, и вот познакомилась с этой прекрасной творческой семьей, они оба педагоги. Она преподаватель фортепиано, Сергей Иванович преподаватель кларнета и саксофона. Кстати, Сергей Иванович еще прекрасно играет на кларнете. Вот, и я тогда познакомилась с этими удивительными людьми. Вот, и те произведения, которые у меня появлялись именно для этого инструмента, для саксофона, вот, я, ну, как бы не то, что даже посчитала нужным, вот, я почувствовала, что это именно тот исполнитель, который настолько чувственно, настолько эмоционально, вот, он раскрывает, вот, как Сергей Иванович сказал, душу моих произведений. Вот, и у нас такая творческая дружба получается уже многие-многие годы, и на всех концертах только Сергей Иванович в течение этих 15 лет исполняет мои произведения. То есть я считаю, что это очень выдающийся, яркий исполнитель, музыкант, очень тонко и точно раскрывающий вот как бы суть произведения. А для меня, как для композитора, это очень важный такой момент. Кроме того, Сергей Иванович очень прекрасный преподаватель, у него дети выступают с успехами на конкурсах, вот, так что он, скажем так, играющий тренер, то есть он и учит детей, и в прекрасной исполнительской форме, вот, он и на городских концертах принимает участие, так что я, скажем так, горжусь нашей дружбой творческой. Ну что ж, господа, сейчас у вас есть возможность оценить играющего тренера Сергея Ивановича Пономарева и Элину Михайловну Образцову, которую исполнит для вас произведение Элины Михайловны Образцовой. Слушаем. Thank you.
Господа, сейчас звучали новеллы Елены Михайловны Образцовой в исполнении автора и Сергея Ивановича Пономарева, который играл на большом саксофоне. Елена Михайловна, действительно, это потрясающее сочетание фортепиано и саксофона, и ваши произведения обрели еще более глубокий такой характер. Хотя, конечно, телезрители, правда, произведения Елены Михайловны, они очень глубоки, но одновременно с этим и светлы. Спасибо большое за такую высокую оценку. Вот я в предыдущей передаче говорила о том, что саксофон – это тоже один из моих любимых инструментов. Вот, и во время нашей прошлой встречи вот эти произведения прозвучали в фортепианной версии, и вам они тоже понравились. Вот, и я, как обещала, вот сейчас они звучат в той версии, уже в обновленной, была сделана аранжировка. Вот. И так они даже, мне кажется, звучат более искренне, более доходчиво и более глубоко. Спасибо за добрые слова вам. Сергей Иванович, а сейчас вы будете играть для наших телезрителей уже на другом саксофоне. Какой характер у этого саксофона? Это альтсаксофон, и мы проиграем интересное джазовое произведение. И вот к этому произведению подходит именно саксофон альт. Скажите, пожалуйста, это вы решаете, к какому произведению подходит какой саксофон? Это вам душа подсказывает или профессионализм? Мне подсказывает и то, и другое, и я не решаю, я просто предлагаю Елене Михайловне, и мы вместе решаем этот вопрос. Все в тандеме. А сейчас, телезрители, время и вам оценить это произведение и это звучание.
господа, сейчас прозвучал джаз, но он такой легкий, такой задорный в какой-то мере, даже зовущий прогуляться, несмотря на то, что тепленько сейчас нынче, однако он звучит освежающе, правда, телезрители? Елена Михайловна, такой освежающий джаз, как бокал легкого лимонада, а может быть даже хорошего белого вина, ну почему нет, телезрители? Елена Михайловна, джаз вы пишете тоже, но джаз он требует особой техники. В принципе, я скажу честно, что тонкости джазовой техники я еще, в принципе, всех, возможно, и не изучила для себя. Вот, то, что появляется, вот, а я, в общем-то, джаз с большим уважением к нему отношусь и люблю, и ценю. Вот, но это одно из новых произведений. То есть, в общем-то, все идет интуитивно, все идет вот, путем сочетаний, комбинации аккордов, вот, чисто практически, даже как бы теоретическая часть еще, я думаю, где-то через какое-то время я, может быть, изучу ее. Вот. Но это вот одно из новых произведений. Я была рада, что Сергей Иванович оценил. Вначале это был фортепианный, как бы вот такой вот вариант. Вот. И когда я сыграла, вот Сергей Иванович говорит, да, это получится классная джазовая пьеса. И вот мы где-то уже второй-третий раз ее исполнили. То есть это одно из новых произведений. Сергей Иванович, как вам исполнять джаз Элины Образцовой? Ну, я вам скажу, что, как и все произведения, это произведение, оно не лишено романтики. Вот. Оно все равно тонкое и очень такое нежное. Ну и я с удовольствием его играю. А вы в душе кто, романтик? Ну, конечно. Да. Музыкант обязан быть романтиком? Он должен быть романтиком? Или он может быть очень таким глубоким практиком, но при этом играть музыку полную романтизма? Но все равно, если у тебя в душе нет романтизма, то как бы ты ее не играл, она не получится. Романтическое это произведение. Но все равно там будет чувствоваться другой характер. Другой характер. Друзья мои, понимаете, каждое произведение – это совершенно другой характер. А что их объединяет? Объединяет их легкость и романтика. И, конечно, хотелось бы в этот такой день тепленький, как мы уже с вами говорили, немножечко освежиться. Освежились джазом, но, конечно, еще можно освежиться таким свежим летним вечером. Елена Михайловна, я права? Да, да. Сейчас прозвучит еще одно из произведений, но оно сравнительно недавно родилось, вот, и вот звучит, и мне кажется, достаточно успешно вот в исполнении Сергея Ивановича и меня. Мы сейчас исполним «Летний вечер». Thank you.
Наша музична зустріч на сьогодні завершена, але наші герої чекають на наступні зустрічі з вами, друзі. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.